В ЦДШИ прошел концерт, посвященный Дню Учителя. Свой профессиональный праздник отмечают не только школьные учителя, поздравления принимают и педагоги дополнительного образования. Главный подарок для них – это концерт. Ребята очень волновались перед выходом, но преподаватели знают, как создать правильный настрой. Орлята учатся летать. Хор мальчиков под руководством молодого педагога Георгия Журавлева исполнил патриотическое произведение «Родина». Подготовку было мало, у хора новый состав, но благодаря нестандартному подходу преподавателя все получилось. Сначала ученики поздравили любимых учителей, а в конце программы выступили и сами педагоги. Вроде прошло-то всего ничего один месяц, но уже у нас готовые коллективы, готовые солисты, готовые различные ансамбли. Концерт довольно-таки большой по продолжительности. Представлены все отделы и отделения школы. Поздравляли учителей вот, с таким настроением хорошим, веселым, чтобы подарить им хорошее настроение на сегодняшний день. Дорогие учителя, поздравляем вас с праздником! В программе вечера были произведения классиков, эстрадные номера и хореография.